друзья, всем привет! С вами снова я, профессионал енот, и мой друг Нубик. Поздоровайся! Всем привет, ребята! Сегодня мы попали на такую эксклюзивненькую арену, на которой сможем посмотреть весь путь эволюции камерамена. Мы посмотрим на него от самого начала, такого, каким он был, до самого конца, совершенного камерамена. В общем, наверное, никто особо ничего не понял, но давайте покажу лучше. Ну все просто. На первом зеленом уровне сложности нас ждут вот такие вот самые обычные камерамены. Те самые камерамены, которые первые давали бой с KPD туалетом. Стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Которые первые принимали на себя удар, это они. Вот так они выглядят. Все их помнят, все их знают. Ну, идем во второй уровень сложности. Дальше после того камерамена был у нас, значит, меха-камерамен. Вот он. Вот такой вот большой. Уже у него три камеры, щит на спине. В общем, да, еще у него есть камера вот эта вот с синим экранчиком в груди. В общем, это уже такой более серьезный боец. Версия, да. Который сражался уже против не совсем обычных скипяти туалетов. Вот, побольше, которые были там всякие камуфляжные, полицейские и так далее. Ну да. И на красном нас ждет самая последняя ступень ветки эволюции, значит, этого камерамена. Он стал вот таким. Камерамен-титан. Обновленный. С молотком. Пожалуй, я отойду. В общем. Короче, вы поняли, ребята. Наша задача сегодня будет справиться со всеми этими камераменами и победить вот этого камерамена-титана в самом конце. А сейчас мы будем идти в первую комнату. Да, начинаем с первой комнаты. Будем сейчас, значит, добывать деньги и покупать себе снаряжение, чтобы проходить дальше. А вы, ребята, в комментариях можете написать, знаете что? Можете написать, какой больше всех вам нравится камерамен. Обычный, либо же меха-камерамен, либо же камерамен-ученый, либо же камерамен-титан. А возможно, камерамен, который обновленный титан. В общем, пишите в комментариях, кто вам нравится больше всего из камераменов. А я всем поставлю сердечки. Да, я вот даже не знаю. Ань, ну бега тебе, давай выбирай, кто тебе нравится. Мне? А мне, наверное, нравится... Да вот этот, наверное, самый обычный. Самый обычный? Да, наверное. А мне нравится с них все началось. Камерамен Титан, который обновленный, крутой. Просто с них все началось и типа... О, классно. Деньги! Деньги? О, хорошо, ты уже кого-то добил. Да, я что-то прям вообще супер быстро совсем разобрался, нифига себе. Я прям даже не ожидал, что так быстро смогу справиться. Он вроде одного зажал. Сбивался 3 раза, короче, этот камерамен, но в итоге все получилось. Так, поехали. Сейчас будем отрабатывать мечом по полной программе. Так, давай. Так, а ну-ка, интересно, добью я еще одного? Не знаю, Нубик, пробуй. Блин, спрыгнул, ладно, все, надо брать деньги. А! Я бы лучше меч на твоем месте деревянный купил. Да, я вот, да. И сейчас с этим мечом уже денег набить на что-нибудь более такое. Так, алло, чего так много ко мне пришло, ё-моё? Потому что я откис. Нубик, ты даешь, блин. Так, деньги лежат, хорошо. Я ж за деньгами прыгнул, и все, я ж не выберусь, все. Ну, надо еще одного хотя бы победить, потому что, блин, мне не хватит на что-то покруче, чем деревянный меч. Это вообще проблема. Куда ты? Куда? О, есть, завалил. Вообще. О, еще один упал. Хорошо. Я тут тоже в процессе. Коцанный был какой-то. Ладно, я иду собирать. 7, 10. Неплохо. Очень даже неплохо. Подойди, блин. Не хочу я, значит, стрелять с самого начала, хочу меч. Вот хочется мне в ближнем бою. Нравится мне в ближнем бою всех рубить. Камера выпала? Да. Так, нифига себе, это уже интереснее. Кажется, да, с него выпала камера с одного. Или, не, мне не показалось точно. Еще с одного выпала камера. Серьезно? Так, их, значит, можно продавать. Опа, кажется. Ну-ка, я сейчас сделаю вот отлетают, так. Отлетают по-быстрому камераменчики теперь. Опа, вот и сюда. Так, о, вот да, сюда. 2 камеры есть. А, ну все, нет, у меня нет. Хорош, Нубик, сколько стоит, интересно? Не знаю, сейчас посмотрю, подожди. Ты, походу, богатый теперь. Я, да, у меня есть 34 деньги уже. Так, давай добьем, потом оружие будем покупать. Бери себе тоже меч алмазный за 10. Так,
так, так, поехали. Выбьем как можно больше, и потом купим пушки какие-нибудь. Хорошо уговорил. Давай, 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 давай. А то на меня тут вся толпа прибежала, блин. Так, ну все что, здесь стоят, иду. Толпятся. Я тут уже завалил довольно много. Хорошо. Поехали. Дальше сейчас продвигаемся, мечом. Ребята. Деньги выбиваем. Я камеру еще ни одну не видел, кстати. А мне уже ну-ка. Две выпало. Молодец. Повезло тебе. Да. Сегодня удача на твоей стороне. Да, так. Наверное. Алло, камеры будут? Нет, я хочу камеру тоже выбить. Мне нужна камера. Какая-нибудь, любая, я так, ее нет, продам. Вроде кстати, почем камеры стоили, ты так и не сказал. По 15. О, то есть у тебя 30 денег на халяву выпало. Да. Так, давай, 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 еще 24 давай, давай. Осталось. Есть камера, я увидел ее. О, так. Хорошо. Вон она вот там вот в уголочке лежит, вон крутится. Опа, она. Сейчас так, мы тут разберемся, а их много по-моему... вообще? Не знаю. Их немного осталось. Да так. Блин, задолбали вы отпрыгивать, ребята. Тебе, по-моему, что? Да говорю, задолбали отпрыгивать. А, нет, ты еще... перед этим что-то говорил. Не-не-не, мне уже, по-моему, больше не падают. Ну, мне выпала одна пока что, вроде как. О, нет, еще одна упала. Ху, нифига. Блин, ты очень везучий, третья камера уже нубик. Да, это опа, точно. Она. Опа, она, давай, 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 сюда. Сюда, так, еще отлетело подожди, два. Подожди, еще одна? Еще одна камера? Тут еще три лежит. Нифига себе, у тебя там целый клондайк камерный получился. Ну да. Ты точно там не в магазин зашел? Да нет. В магазин техники там стоит, камеры смотрит не, подряд. Не-не-не-не, блин, опа. Ладно. Во, у меня две камеры. Так, неплохо. Давай, давай, давай. Во, третья еще лежит там. Нифига себе. Так. Хорошо. Ну ладно, давай сделаем так. Опа, 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 опа. Ты спрыгнул или что? Да-да-да, я спрыгнул. Еле выжил, еле выжил. Нифига себе, давай. Как он не меня... выжил. Я ж его быстрее ударил. Он же упал от моего удара. Не выжил, Нубик. Ладно, давай так. Вот этого сейчас вдвоем. На, на, учись, пока я жив, салага. Так, а-а-а. Опа, все, деньги сюда на базу. И идем сейчас, значит, смотреть, что мы сможем купить, приобрести давай. Интересненькое что-нибудь. Так, по дороге съедим еще бургер. Так, и у меня здесь целых 4 камеры, нифига себе. Так, так. Пойдет. Обмениваем. 153 деньги. У меня 162. Нормально. Итак, что мы приобретем? Ха, я хочу, наверное, не знаю. Я не знаю, что я хочу. Я хочу ближний бой, возможно. Ближний бой, а я хочу огнестрельно. И я хочу, наверное, взять себе дробовик. Дробовик? Да. Ну давай, Нубик, попробуй давай, взять ладно, дробовик. Я беру а дробовик. Я попробую взять тогда меч. Опа. Меч и все. Патронов я две готов. Сумки, я надеюсь, хватит. Сейчас мы попробуем. Я готов отправляться запас. В желтую комнату к меха камераменам. Я разобью здесь, наверное, одно стеклышко. Ага. Давай, слышь, я сейчас их на себя всех. Алло, за мной! Так, а опа. Я их нафигачу, да? Вася, давай. А ты пойдешь вот туда, в самый конец, понял? Да, я понял. Так, ага, нет, план плохой, тогда стекло разобьешь. А, да, стекло разобью, все, там дробовик же, капец. Блин. Ладно, хорошо, давай уже хоть что-то. Давай сверху там как-нибудь. Блин, да они, слышишь, достают до меня. Достают от тебя? Нет, до меня вроде да. не достают, это мне видно. Я чуть не откинулся, на два удара хватает меня. Так, опа. Ой, я сейчас буду прям под себя стрелять. Они меня тут окружили, а я, блин, кроме их камер ничего не вижу. А, нет, 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 страшно, страшно, страшно. Ой, я завалил одного. Ну, хорошо. Нифига себе. Так, вот здесь вот плохо видно. Так, главное стекло давай, лишнее давай. Не сломать, чтобы, ну, да, чтобы они не перелезли сюда, не, ой, не а проблазили. Меня так. Столкнули, добрались столкнули? На меня, да. Держись, держись там как-то этот, или тебя о, уже все. А я давай сейчас вот... Ой. Не-не, не прокатит, Нубик, там опасно. Так, я понял. Нубик, все, ты что наделал? У нас все вышло из-под контроля. Ну, елки-палки, проси уже. Так, 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 давай, давай, давай. Будем ладно, их тогда здесь сдерживать. Да, ну я у тебя рублю. Меч нормальный? О-о-о-о. Нормальный, но нам, походу, надолго не... О, нифига там сколько. Так, в меня ладно, не попади, осторожно. Понял, хорошо. Так, а где ты? А, блин. О, нифига себе. Они все за мной бегут. Сейчас тихо. Спокойно. Спокойно, сказал, вы, блин. Так, так, вы так, чё? Так, 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 перезарядку, пожалуйста, быстрее. Сейчас о, я вас тут нормально, всех нормально. Отработаю. Так. У-у-у-у. Там еще проверить. Один остался. Фига себе. Он где? Меня, блин, он меня пнул, и я в этот момент выстрелил, блин, в это второе стекло. А, блин. Нет, он до меня достал, гад. Ну, сейчас я тебя покажу. Надо вот того гаси. Хорошо, так. сейчас. На, минус один. Хорошо. На, еще минусанул этого. Так, хорошо. Так. Ну, биг блоков у торговцев нету там, а? Сейчас опа, гляну. Быстрей! Нет, они вылазят постепенно. Ё-моё.
что делать. Так, подожди. А, там еще одно стекло уже сломано, я понял, ладно. Нет, оно только одно здесь сломанное, блин. Так, пожалуйста. Ну, дайте же вы мне выжить. Ага, так, ладно, сюда, я понял, в ящиках, хорошо. Смотри. Ну, это так, у нас, так. Это у нас начинается немножко элемент хардкорчика, да? В ящиках, о, все я ящики есть, обсмотри. Есть, так, хорошо. Опа. Вот так вот, разум ладно, у них неплохой, неплохо работает. Я пытаюсь. Отбился, давай, закрывай быстрее. Это жесть вообще, вот тут сверху только и все. Ну да, я поставил сверху. Жестоко. Жестяк какой-то, вот это блин, что, еле выжили. Это они что ли сломали? Подожди. Нет, там было... это я сломал. Так. Они ломаются там мечом. Я понял, хорошо. Опа. Так, я вроде тут собрал у себя толпу фанатов. Ладно, сейчас хорошо, я их пораскидываю здесь. Сейчас я немножко тебе, наверное, попытаюсь помочь. Опа-на. Отлично. Выносим. Одного за другим вот этих вот давай. Камераменов хорошо. Жестких. Так, там еще, смотри. Нифига. Давай. Минусанул. Так, отлично. Забираем тут сколько-то тут? Денег а, чуть-чуть. А, они подо мной. Ну, давай. Давай, стреляй в них. Ага. Стреляй. Капец. Нет. Ой, пожалуйста. Ху, я выжил. Сейчас не выжил. Все. Вот сейчас не выжил. Так, плохо так, дело. Ладно, я понял, надо вот так вот делать. Мне надо 3 таких, короче, прикола, чтобы потом 2, да. Ну давай, ладно, вот так и вот так. Что ты там делаешь? Потом вот так. И вот так. Я иду бить всех. Сейчас я. Ага, понял. Так. Ну-ка, Нубик, отходи. Смотри и учись. Чё ты там Ач! Давай сюда. Я понял. Сюда давай. Нормально. Фух. Мы на равных с ними. Это было непросто. Одна? Да, с него камера выпала. Нифига. Блин, капец. А нет, не, у меня нету. Я почти все свои патроны дострелял. Надо же. Ну мы вообще, блин, слышишь, еле прошли, если честно, здесь. Ну да, с трудом. Так, а ну по мне... деньгам такое, 106 у меня. Ну, нет. Чё будем делать? У тебя денег много? Я могу тебе докидать на броню. На броню. Да. Ну да, броня бы не помешала, наверное, нам. Хорошо, тогда я беру вот эту штучку, беру к ней 2 пачки патронов. Слышишь, может потрясающее еще? А у тебя денег много? Не хватит ли потрясающее еще? Не знаю, распределяй финансы. Хватит. Все, хорошо, тогда мы сейчас накидаем ему быстренько. Так, ты броню будешь покупать? Если хватит, не откажусь. Так, сюда. Ну, не на полный комплект, походу. А тогда смысла нет на самом-то деле. Опа, 120 осталось, а надо 120... 8 получается. У меня больше нет. Ну ладно, ничего, пошли. Ну ладно, хотя не, без шлема можно взять. Давай, упа. Без шлема я возьму. Закупай и погнали. Сейчас, короче, будет просто легендарнейший замес. Сейчас мы воспользуемся вот такой вот темой, ребят. Смотрите, берешь так. Все нормально. Бутерброды будут сами теперь хаваться. Так, мы сюда и погнали. Битва. Подожди, тут еще есть. Ого! О, да нифига, куда деньги поулетали? Точно, это как вообще? Точно, подожди, беги я за тогда шлемом. Себе сейчас шлем куплю, да, стой. Так, а там на еще одно потрясающее не хватает, а? 64 стоит. Либо шлем, либо потрясающий. Ну я не знаю, просто хватит нам одного или нет. Ну ладно, разберемся что-нибудь. Давай, бери шлем там, наверное. Ну ладно, хорошо, шлем так шлем. Сейчас будем его рубить, резать. 501 урон, блин, на мече, ё-моё. Все, 42 деньги осталось. Хорош, погнали. Ой, забегаем сюда. О, сойдет. И идем сражаться с боссом, камераменом Титаном. Ну давай, посмотрим. Вот, а мы сейчас его быстренько раскидаем. На, да нифига себе у него здоровья сколько. Я его уже сколько раз ударил, блин, этим мечом жестким. Ну да, достаточно. На, получай. Смотри, он меня молотком бьет. А мне вообще все равно. Я вижу. Нифига себе. Все равно? Ну, броня да, мне вообще все равно. Офигеть он, блин. Так. Ну все, давай, хорош, заканчивай тут со своим молотком. На, ого. Все, разлетелся. Че, мое. Смотри, сколько тут всего выпало. 3 камеры. Патроны, дай патроны, а я тебе молоток. Ящики с обедненным ураном. Так, держи. А я тебе молоток. Держи, тут еще есть такие штуки. Ого, ты что со стеной сделал? Нубик, блин, нифига себе, это что за кисточка такая? Ты что делаешь? Блин, оно исчезает сразу. А ну давай в меня. Так, подожди, нифига себе.
А чё так жестко-то? Я что-то не ожидал такого эффекта. Вот это меня... А броня? Броня не защищает, походу, или чё? Блин, какая крутая пушка, мне нравится. Нифига, ты тут все уже изрисовал. Да, смотри, блин, какой оно, молоток. Оно слишком быстро пропадает. У него вообще тут... Андай-ка. Я даже не знаю, какое это число там. Там урона просто миллион, миллиард. Что это? Так. Ого, и один в конце. Наверное, это миллиард. Так, давай, ну сейчас я напишу здесь. Бить им тебя я, наверное, не стану. А что ты пишешь? Опа, про. А, нормально. Ну почти. О, успел, нормально все. А ну, дай-ка я попробую. И вот так еще. Опа. Лайк ставим. О, да, за такую пушку. На, держи. Опа, опа. И есть еще три камеры, короче, и 1000... Звук прикольный. Слышишь? Ты что? Мне нравится. Да я ударю теперь. Что за звук там-то, а? Вот надо писать. Я не вижу, что ты там пишешь. Сейчас, подожди, я напишу, ты посмотришь, а потом ударишь меня, послушаешь звук. Смотри, как надо. Давай, давай. Вот так надо. Так оно кривое какое-то. Чё оно кривое? Ровное. Ребят, ну если это ровное, пишите. А ты написал нормально? Ого! Ого! Это же такое! Что? Вверх такой черный столб был у меня. Не знаю. Тум! Бум! Вот так вот, короче, значит, заканчивается наша данная серия, друзья. Мы смогли победить всех камераменов, включая нового титана-камерамена обновленного. Если вам понравился этот видос, обязательно ставьте под него лайкос. Не забывайте на канал Нубика подписываться и на мой канал тоже. Ну, а также активировать колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики крутые. С вами, как всегда, были мы, профессионал енот и мой друг Нубик. Всем спасибо за просмотр и пока-пока-пока. Пока, ребята! Пока, ребята!